Восхищение и гордость. В городской администрации чествовали лучшие семьи областного центра. С 2008 года в Иванове проводится конкурс «Семья года». Многодетная семья Ногтевых победила в номинации «Спортивная». Самым любимым является спортивное ориентирование. Им занимаются все дети. Семья активно участвует в городских массовых мероприятиях. Грамота такая пачка, наверное, за все годы. Участвуем в армейских играх. Второй год. Международных армейских играх. Да. Имеем мастера спорта. Я и сестра вот выполнила недавно. Да. На международных армейских играх в Санкт-Петербурге в прошлом году она заняла первое место, выполнила мастера. Вот. В этом году планируется в Севастополь. Моисеевы оказались лучшими в номинации «Приемная семья». Родителям для полного счастья не хватало дочки, несмотря на то, что уже было два сына. К всеобщей радости в семье появилась Таня. Наше чудо, наше солнышко, спортсмен, умница, красавица. То есть в семье она у нас появилась в 3 года, и сейчас уже абсолютно самостоятельный человек. Хорошие достижения в спорте, хорошо закончили 3-й класс, то есть растем, взрослеем. Также в этот день чествовали супругов, проживших рука об руку не один десяток лет. Им вручили медали за любовь и верность. Сохранить семью на долгие годы – большая кропотливая работа. Это труд, который, к сожалению, не всем по силам. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Сегодня мы желаем всем семьям присутствовать.